Раді представити гостей нашої студії Наталі Кучеренко, керівник громадської організації «Доступний світ», та Оксана Лікаренко, член громадської організації «Доступний світ». Вітаємо вас, дякуємо, що зранку ви з нами. Отже, тема дійсно болюча для міста Миколаєва. Чому? Тому що не пристосоване це місто, на жаль, для людей з обмеженими можливостями. Як взагалі ви прийшли до цієї теми і до того, щоб допомагати цим людям? Ініціатива наша началась со школы государственного управления, проект, который привезли в наш город, привезли ребята из Киева. В рамках этой школы мы начали заниматься обустройством съездов через пешеходные переходы путем понижения бордюров. Было сделано дан ряд обращений в горсовет. Обращения делали, конечно, не только мы. Вот, поэтому это все очень медленно и долго решалось. Поэтому следующим нашим шагом было предоставление эскизов, для которых мы провели мониторинг опыта других городов в Украине. Эскизы, так как съезды должны выглядеть, так как не выглядят в других городах, и так и неудобны для маломобильных групп. Затем появилась идея провести акцию. Акция «Николаев за безбарьерность». Мы долго думали, что можно сделать, чтобы привлечь внимание. Это самое главное, потому что все люди понимают, что это нужно. Но, к сожалению, мало кто об этом задумывается в повседневной жизни. Это касается не только власти, а и обычных граждан. Справа в том, что много кто не помечает, что существует такая проблема. Начебто так, она есть, но она непомітна для пересічного громадянина. Мы решили звернути на це увагу, ну, перш за все, не только кожного громадянина нашого міста, а нашу владу. Як ви знаєте, акція пройшла дуже успішно. Був запрошений мер міста Олександр Федорович, були запрошені керівники різних структур. Ну, як ви могли побачити, так, з випусків новин, навіть мер помітив і сказав, що так, існує така проблема, і проблема дуже болюча. Тому що елементарно він не зміг подолати навіть деякі із тих перешкод без допомоги. Так. Дуже добре, що він, да, хорошо, що він включився в це. Дуже правильно ми поняли друг друга. Ми сразу говорили о нашій акції, що це буде добра подача, ніяких претензій не буде. І ми так обращались к кожному представителю горсовета і департаментів, яких ми приглашали. Поэтому у нас такой очень хороший диалог в этом Все-таки смысле. Получился, да? Получился, да. И огромная благодарность о том, что Александр Федорович правильно все это понял. Олег Валерьевич Машкин тоже, да, сел в коляску. Как бы это для некоторых людей это оказалось психологически сложно, к сожалению. Вот, а они, спасибо им, да, они это... Да, главное, нас почули. Они это правильно поняли, да, обратили, помогли нам обратить внимание впоследствии общественности на эту проблему. Да, я предлагаю также небольшой сейчас ролик просмотреть, где эта проблема более активно также проиллюстрирована. После этого уже продолжим разговор. We'll be right back.
хочу жити повним життям і мати рівні можливості з усіма. Завдяки моїм досягненням у спорті різні країни доступні для мене, але багато районів мого міста для мене закриті. Я хочу, щоб моє місто любило мене так, як люблю його я. Як бачимо, як виявляється, не лише з'їзди – величезна проблема, але і транспорт. Тому що необхідно все ж таки курсувати по місту, а статистики – лише 8 тролейбусів, які на сьогоднішній день можуть обслуговувати подібну категорію людей. Взагалі, із цією ситуацією, що зараз в Миколаєві? Тому що мер міста все ж таки звернув увагу на цю проблему, чи є якісь зрухи в цьому? На сьогоднішній день для людей з інвалідністю, взагалі для маломобільних груп, доступно тільки 8 тролейбусів в низькопольдах. Угу. Ні одної маршрутки, ви самі знаєте, да, що це в основному мікроавтобуси, не приспособлені. Там і сам еле проходиш, не говоря вже о коляске. Ні одного автобуса, ні одного приспособленого трамвая. Є ряд обіцянок від міської влади, угу, закупки автобусів, які будуть вже низькопольними. Але, к сожалению, все це дуже довго. Долго и сложно двигается, поэтому обращать внимание и напоминать об этом, и настаивать, наверное, нужно будет еще не раз. Проблема была не лише в том, что немає транспорту, была навіть проблема в том, что водії тих тролейбусів, які пристосовані для перевозу маломобільних груп населення, вони просто не реагували. Тобто для того, щоб людина могла заїхати? Не так, необхідно, щоб водій вийшов, відкрив цей пандус, як ви бачили в ролику, і допоміг заїхати. Крім того, він має спитати, на якій зупинці буде людина виходити, на цій зупинці зупинити, знову ж таки вийти, відкрити і вивезти. Але навіть цього деякі водії не робили. Зараз є зрушення в цьому напрямку. Наші друзі, які присуваються на інвалідних візках, вони ділилися враженням і сказали, що зараз постійно, якщо такий тролейбус, водій обов'язково виходить. Так, і ми хочемо подякувати. Свідомість, до речі, все ж таки прокидається у водіях і взагалі в жителях міста. Я думаю, що все ж таки велика заслуга в цьому, те, що на цю проблему звертається увага вам в першу чергу. Взагалі, ви сказали, друзі ваші, я так розумію, що до громадської організації і є членами цієї громадської організації люди з обмеженими можливостями. Це хтось є членами нашої організації, але ми дуже тісно спілкуємося. Якщо можна на російську прийду, дружимо з громадською організацією «Вікторія», це фізкультурно-спортивний клуб інвалідів, звісний в нашому місті. Всі мероприятия, які ми проводимо в содействии з цими ребятами, ми підтримуємо постійні отношения, ми не придумуємо, хоча я маю ребенка з особими потребностями, с проблемами движения. Я очень хорошо знаю эти проблемы изнутри. Тем не менее, мы дружим с ребятами на колясках, и этот видеоролик, они не просто участвовали, мы вместе проводили мониторинг, вместе говорили о том, какие проблемы мы должны показать, какие вопросы осветить в этом ролике. И после этого, после выхода в сети, в эфир сюжетов по доступности транспорта, ребята встречались в троллейбусном парке с водителями, ребята на колясках, вот так вот, да, глаза в глаза пытались донести им. И да, говорят, что сейчас стало... Завдяки тому, проще, що ви звертаєте увагу на цю проблему, дійсно зрушуються з місця деякі проблеми, все вирішується. Чим можете ще порадувати? Можливо, є якісь нові проекти? Проекти є, так, ідеї є. Є ще дуже существенний і больний вопрос в нашому місті. Це пандуси возле об'єктів, якщо возле соціальних об'єктів, це... решает городская власть, и медленно, но ситуация как-то двигается, то возле обычных объектов, магазинов, то есть частные объекты, к сожалению, они в большинстве люди, для галочки там... внимание нужно уделить, потому что большинство людей считает, что это делается для власти. Не все понимают, для чего это нужно, для чего нужно сделать пандус, который правильно сделан, который будет удобен для человека в коляске и не только, и для детской коляски.
Ну, я думаю, что все-таки это опять-таки сознательность тех же граждан, тех же владельцев магазинов, и на это стоит тоже обращать внимание уже им. Какие-то акции планируются вот в этом направлении, потому что, ну, городская власть, да, уже обратили их внимание по поводу вот владельцев магазинов, каких-то заведений, где эти пандусы не в нормальном состоянии. Была у нас, тоже на русский язык перейду, была у нас акция, скажем, даже не акция, у нас был квест. Инклюзивный квест проведен в рамках Urban Days в городе для людей с ограниченными возможностями и для людей здоровых. Было очень интересно, я уверена, как для одной категории, так и для другой категории населения. Мы именно обращались к людям, которые работают в магазинах. Во многих, естественно, заехать было практически невозможно. В какие-то кафе, в какие-то магазины было это довольно просто сделать. Ну, я думаю, что как-то обратили внимание тоже на это. Ну, еще будем что-то делать. Самое главное, что работа продолжается. И приятно понимать, что в городе есть люди, которые... живут не только своей жизнью, но и живут проблемами других людей. Нам приятно, что мы смогли внести частичку в это большое дело, потому что до нас мы не первые начали все это в нашем городе. Здорово, что люди, которые сейчас этим занимаются, вот Оля Виноградова, Алексей Долгих, организация инвалидов, Виктория, мы, что мы действуем в одном направлении, действуем сообща, мы дружим, мы общаемся между собой, мы делаем одно общее дело. Ну и немножко в двух словах хочется сказать о том, что мы начали очень интересный проект по спортивной площадке для людей с инвалидностью. Не для людей с инвалидностью, это будет инклюзивный спортивный майданчик, который будет приспособлен для всех категорий населения, в частности для людей на колясках и других малых. А в каком районе будет находиться? Пока проект еще. То есть это пока в разработке? Согласованное с парком есть уже, да. Мы уже довольно много сделали в этом направлении, уже выбрано оборудование. Будем ждать в Фейсбуке анонс и ждать вас, конечно же, в студии. Вам спасибо большое, реально есть люди с ограниченными возможностями, те же участники, да, Виктории, которые верят в себя, нашли силы продолжать жить дальше. Вы вселяете силу и веру в то, что жизнь продолжается тем ребятам, которые, к сожалению, уже обуверились, что городу они не нужны, стране они не нужны. Вам спасибо большое, вам вдохновение, силы, чтобы на этом пути работать и творить дальше. Дякуємо нашим гостям.